королевства, а жители сказочного королевства. Это говорю я, королевский герой. Вы слышите меня? Ох, да чего же приятное известие велено мне передать вам. Все готово к балу в королевском дворце. Приглашенный на бал, а приглашенный на бал, не забудьте, что вы приглашены. На балу непременно произойдет что-нибудь удивительное. Ведь недаром наше королевство сказочное. Приходите, не забудьте, честное слово, не пожалеете. Король встал в 5 часов утра, лично вытер пыль на парадной лестнице. Потом побывал в кухне, поссорился с главным поваром, в гневе отказался от престола, но потом сменил гнев на милость и теперь бегает по королевской дороге, проверяя, все ли в порядке. Вон видит... Здравствуйте, королевское величество. Послушайте, лесничий, я давно хотел спросить вас, почему вы последнее время все вздрагиваете? А? О, и оглядываете. Не появилось ли в лесу чудовища, угрожающего вам смерть? Нет, ваше величество, чудовище сразу заколол бы. Так, может быть, в лесу появились разбойники? Да что, государь, я бы их сразу выгнал бы вон. Может быть, какой-нибудь злой волшебник преследует вас? Нет, ваше величество, я давно бы с ним расправился бы. Ну тогда что же довело вас до такого состояния? Моя жена. Ну да. Клянусь вам, я женился на женщине прихорошенькой, но суровой. И они вьют из меня веревки. Они, это супруга и ее 2 дочери от первого брака. Вот уже 3-й день они одеваются к королевскому балу и совсем загоняли нас. Мы, это я и моя родная крошечная дочка, ставшая из-за моей слабости падчерицей. Ухожу немедленно в монастырь. Если в моем королевстве возможны такие душераздирающие события, живите сами, как знаете. Стыдно, лесничий. Тише, государь. Моя усадьба рядом, если жена услышит, я погиб. Не осуждайте меня. Жена моя женщина особенная. Ее родную сестру, точно такую же, как она, съел людоед, отравился и умер. Видите, какие в этой семье ядовитые характеры. Ну, ладно. А вы сядете на меня. Ну так и быть, остаюсь на престоле. Подайте мне корону. Забудьте все, лесничий, и приходите ко мне на бал. И родную свою дочку захватите с собой. Золушку? Ну, да. Вы что, государь, она совсем еще крошка. Ну, как знаете, но только имейте в виду, что у меня будет такой праздник, который заставит забыть вас все невзгоды и горести. Прощайте.
здесь все свои. Часы, метелка, сковородки, кочерга, огонь, очаг. Давайте, друзья, поговорим по душам. Вы знаете, о чем я думаю? Я думаю, вот о чем. Матушку и сестрицу позвали на бал. А меня нет. Это несправедливо. Верно? Они будут танцевать с принцем. Обо мне он даже и не слышит. Они будут есть мороженое. А я нет. Хотя никто на свете не любит его так, как я. Натирая пол, я научилась танцевать. Терпя напрасные обиды, я научилась думать. И слушая, как мурлыкает кот, я научилась петь песенки. И ни один человек не знает об этом. Обидно, правда? Мне так хочется, чтобы люди заметили, что я за существо. Но только мне хочется, чтобы люди это заметили непременно сами. Без всяких просьб и хлопот с моей стороны. Потому что я ужасно гордая. Но неужели же этого никогда не будет? Неужели мне не дождаться веселья и радости? Ведь это очень вредно, не ездить на бал, когда ты этого заслуживаешь. Ведь так и заболеть можно. Хочу, чтобы счастье вдруг пришло ко мне. Мне так надоело делать самой себе подарки. Дню рождения на праздники. Добрые люди, где же вы? Добрые люди, подобрые люди. Ну что ж. Я тогда вот чем утешусь. Когда все уедут, я побегу во дворцовый парк, встану под окна и хоть издали полюбуюсь на праздник. Я с ног сбилась от усталости, собираясь на королевский бал, а ты танцуешь. А я забочусь о тебе гораздо больше, чем о родных своих дочерях. Им я не делаю ни одного замечания целыми месяцами. Тогда как тебя, Золушка, я воспитываю с утра до вечера. А где благодарность? Где благодарность? Я знаю, ты хотела убежать сегодня вечером во дворцовый парк. Только когда все уйдут, матушка, ведь я тогда никому не буду нужна. Следуй за мной, Золушка. Раз, два, три.
вы знаете, дорогие мои крошки, что сейчас сделала эта бездельница? Она танцевала. Танцевала, не пришив мне манжетки. Я их давно пришила, сестрица Анна. Танцевала, не разгладив мне воротничок. Я давно разгладила его, сестрица Марианна. Вот он. Она танцевала, не подумав о том, как я устала, собираясь на королевский бал. Я скипятила кофе, чтобы вы могли подкрепить свои силы. Сейчас я принесу. Не с места, дерзкая. У нее на все готов ответ. Она все делает для того, чтобы свести нас с ума. Ее хлебом не кормить, дай только поспорить. Где твой отец, неблагодарная? Где он, это чудовище? Я видела его в лесу, недалеко от нашего дома, матушка. Что он там делал? Разговаривал с королем. С королем! Разговаривал с королем! Что ж ты мне не доложила об этом? Где ты, ядовитый змей? Изер! А Изер! Я здесь, дорогая. Где ты был? В лесу. Что ты там делал? А я хотел сразиться с бешеным медведем. Зачем? Ну, чтобы отдохнуть от домашних дел, дорогая. Посмотри мне в глаза. Посмотри мне в глаза. Это правда, что ты говорил с королем? Чистая правда, женушка. Ты попросил короля, чтобы тебе прибавили жалование? Что-то мне в голову это не пришло. Да, но ты попросил короля, чтобы меня и моих крошек записали в книгу первых красавиц королевства? Ну, что-то, дорогая, ну как можно? Значит, ты говорил с королем и ничего у него не выпросил. Ну, конечно, ведь мы беседовали с ним так просто, по-приятельски. Ядовитый змей. Несчастная я. Расстроили меня перед балом. Почему я все должна сама делать? Работаю как лошадь. Бегаю, хлопочу, выпрашиваю, выспрашиваю, упрашиваю, очаровываю. Добываю и добиваюсь. У меня такие связи, что сам король может мне позавидовать. А этот изверг? Нет. Нет, нет, решено. Я выживу тебя из твоего собственного дома. И ты умрешь в лесу, и тебя съест твой бешеный медведь. Нет, 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 матушка, не надо. Прошу вас, посмотрите, что я сделала. Эту розу я сделала из атласных лоскутков, и она совсем как живая. Отвратительный цветок. Какое уродство. Какая безвкусица. Можно было приколоть на ваше бальное платье. Это было бы так красиво. Но если вам не нравится, я выпущу его. Нет, дай сюда. Ты же сказала, что это безвкусица. А ты вижала, что это уродство. Не давай. Дорогие мои крошки, не надо сердиться, не надо ссориться. Чтобы прекратить всякие споры, этот цветок я беру себе. Готово ли наше бальное платье, которое я приказала тебе сшить в одну ночь? Да, матушка. Покажи. Какая безвкусица. Ой, какой урод. Да, Золушка, ты, кажется, хотела побежать в парк, постоять под королевскими окнами. Можно? Можно. Можно, спасибо. Дорогая, можно. Да, только прежде прибери в комнату. Вымой окна, на три полы выбели кухню, выпали грядки, посади под окнами 7 розовых кустов, разбери 7 мешков фасоли, белую отдели от коричневой.
познай самое себя и намели кофе на 7 недель. Но ведь я же и в месяц со всем этим не управлюсь, матушка. А ты поторопись, поторопись, дорогая. Да, я это люблю. Но в прошлый раз вы появились из темного угла за очагом. А сегодня вы пришли по воздуху. Да, я такая выдумщица. Ты еще не можешь привыкнуть к тому, как легко я меняюсь. Я восхищаюсь. Я так люблю чудеса. Никаких чудес еще не было. Просто мы, настоящие феи, до того впечатлительны, что стареем и молодеем так же легко, как вы, люди, краснеете и бледнеете. Горе старит нас, а радость молодит. Видишь, как обрадовала меня встреча с тобою? Я не спрашиваю, дорогая, как ты живешь. Тебя обидели сегодня. 24 раза. Из них напрасно. 24 раза. Ты заслужила сегодня похвалы? 333 раза. А они? Не похвалили ни разу. Ненавижу тех, кто ничего не желает делать, и обожаю тех, кто трудится. Обожаю тебя и ненавижу твою злобную мачеху. Давно превратила бы ее в лягушку. Но, к сожалению, у старухи огромные связи. Поговорим лучше о тебе. Хочешь поехать на бал? Да, крестная, очень, но я не могу. Не спорь, не спорь, ты поедешь туда.
Ужасно вредно не ездить на балы, когда ты этого заслуживаешь. Но у меня столько работы, крестная. Сегодня друзья поработают за тебя. Мальчик? Грядки выпалят зайцы, фасоль разберут мыши, кофе намелют кошки. А розы? А розы? А розы вырастут сами. Сейчас буду делать чудеса. Обожаю эту работу. Мальчик, волшебную палочку. Прежде всего прикатим сюда тыкву. Ну, как можно ехать в карете без коней? Ой. Спасибо, дорогая крестная. Подожди, дурочка. Как можно ехать в карете без кучера? Чудеса еще не кончились. Кучер. Кучер. Через 5 минут подашь карету к крыльцу. Ну, а теперь мне можно ехать, да? Ах, дорогая моя, какая ты еще в сущности девочка. Ну, как можно ехать на бал в таком платье? Неужели это я? Да, это ты. Уж мне-то можешь поверить. Я вижу всех людей насквозь. Всех. Даже тех, которых очень люблю. И я вижу ясно, что и в роскошном бальном платье ты осталась прежней, славной, трудолюбивой, доброй девочкой. И оставайся такой. Это принесет тебе счастье. А сейчас пойдем, я сама посажу тебя в карету. Простите меня. Я не волшебник, я только учусь. Но позвольте мне сказать несколько слов. Выслушайте меня. Давай послушаем его. Хороший мальчик, отличник, много читает, даже сочиняет стихи. Ну, говори, мальчик, мы слушаем тебя. Дорогая Золушка, я целыми днями смотрю, как вы работаете. У вас золотые руки, удивительное терпение. И вы очень добрая. Вы не знаете этого, но я ужасно, ужасно с вами подружился. И хоть я и не волшебник, а только учусь, но позвольте мне вам сказать, что дружба помогает нам делать настоящие чудеса. Это хрустальные туфельки. И они принесут вам счастье, потому что я всем сердцем жажду этого. Возьмите их. Спасибо, дорогой мальчик. Я никогда не забуду, как ты был добр ко мне. Теперь запомни, дорогая моя,
твердо запомни самое главное. Ты должна вернуться домой ровно в 12 часов. Хорошо. В полночь новое платье твое обратится в старое и бедное. Лошади снова станут мышами, кучер крысой, а карета тыквой. Так помни. Хорошо, я твердо запомню это. Мальчик. Спасибо, дорогая крестная. На ступеньках. Это очень опасно. Здравствуйте. Не снимайте перчатку. Я очень рад, что вы приехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Ах, ваше величество. А что? Какая неприятность. Ваш красивый кружевной воротник разорвался на самом видном месте. Где? Смотрите. Какой ужас! Какое безобразие! Почему мои придворные не доложили мне об этом? Трусы, лжецы, льстецы! Ухожу! Ухожу немедленно в монастырь, если мои придворные ведут себя так плохо. Прощайте, сударыня. Что вы, король? Ну, как можно расстраиваться из такого пустяка? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, не надо, не надо. Я вам так заштопаю ваш воротник, что видно ничего не будет. А иголка и нитка у вас есть? Конечно. Я запасливая. Ну, в таком случае, так и быть, остаюсь на престоле. Садитесь, ваше величество. Нет, вот так, чтобы не было сподручней. Только сидите смирненько, не вертитесь, а то уколю. Вы себе представить не можете, как я вам рад. Обожаю новых таинственных гостей. Старые друзья, конечно, штука хорошая, но, к сожалению, их знаешь уже наизусть. Вот, например, кот в сапогах, славный парень, умница, но как придет, снимет сапоги и спит где-нибудь у камина, не попрыгает со мной, не побегает. Или, например, мальчик с пальчик, ну, все время играет на деньги в прятки. А попробуй найди его. Обидно. А главное, у них все в прошлом. Их сказки уже сыграны. Между тем, как вы... Поверьте сказочному королю, вы стоите на пороге удивительных событий. Правда? Честное и королевское. Ну вот и все. И стоило уж уметь докапризничать.
Чудеса. Ничего не видно. У вас золотые руки. И говорите вы так просто, так искренне. Ужасно рад вам. Идемте. Мамочка, принц взглянул на меня три раза, улыбнулся один раз. Три раза? Вздохнул один раз. Один раз, вздохнул один раз. Один раз. Итого пять. А мне король сказал, очень рад вас видеть. Один раз? Один раз. Ха-ха-ха. Один раз? Ха-ха-ха. Один раз. Проходите, проходите. Здесь да. Дует? Здесь дует. Один раз. Один итого? Раз. Итого три раза. А для чего вам нужны все эти записи? Не мешай нам веселиться, изверг. Вечно он ворчит. Такой бал. Пять и три, и девять. Итого девять знаков внимания высочайших особ. Ну, теперь, мои дорогие, я добьюсь приказа о признании вас первыми красавицами. Десять знаков внимания. Принц! Принц! Сынок! Посмотри, кто к нам приехал. Узнаешь? Кто это? Ну? Таинственная и прекрасная незнакомка. Какой умный мальчик, верно? А почему ты бледный? Отчего ты молчишь? Государь, я молчу, потому что не могу говорить. Ну, не верьте ему, он может и стихи, и речи, и комплименты. Пойдемте, я представлю вам всех своих придворных. Вы не устали в дороге? Нет, что вы, я в дороге отдохнула. Позвольте мне представить вам девушку, которая еще ни разу не была здесь. Сверхъестественно искреннюю и сказочно милую. Разрешите мне представить вам моих министров. И министра бальных танцев, господина маркиза де Падетруа. Ваше величество, я знаю эту девушку. Эта девушка прекрасный цветок. Очень эффектный комплимент. А вы меня не узнаете? Не смею. Мы будем сейчас играть в королевские фанты. Никто никаких фантов
не назначает, никто никаких фантов не отбирает. Что король захочет, то все и делают. Первый фант ваш. Как вам здесь нравится, сударыня? Очень. Ну, в таком случае, спойте что-нибудь нам и пропляшите что-нибудь для нас. Хорошо. Не ломается. Какая славная девушка, сынок. Сейчас я вам спою песенку. Детскую, волшебную, чуть-чуть. От нее просто делается весело на душе. Называется она «Добрый жук». Встаньте в круг, встаньте в круг. Жил на свете добрый жук, старый общий друг. Никогда он не ворчал, не кричал, не пищал, крупно крыльями трещал, строго ссоры запрещал. Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг. Ты мой друг, и я твой друг, старый верный друг. Полюбили мы жука, старика, добряка, очень уж душа легка, у него весельчака. Все время танцует без музыки. О, это самый добрый волшебник на свете. Он никому не может отказать ни в какой просьбе. Злые люди так страшно пользовались его добротой, что он заткнул уши воском. И теперь не слышит ничьих просьб. Но и музыки тоже. Сделайте так, чтобы моих дочерей занесли в книгу первых красавиц королевства. Хорошо? Слушайте. Первых красавиц. Ваше величество. Виноват, сударыня. Следующий фант ваш. Сделайте что-нибудь эдакое. Доброе, волшебное, чудесное и приятное для всех присутствующих. Это очень просто, ваше величество. Прекрасно. Пугайтесь. А я нисколько не испугалась. Я от сегодняшнего вечера ждала чудес. И вот они. Но все-таки где же мы? Мы с вами перенеслись в волшебную страну. А где же остальные? Каждый там, где ему приятно. Волшебная страна велика, но мы здесь ненадолго. Человек может попасть сюда всего лишь на 9 минут
и 10 секунд, и ни на один миг больше. Как жалко, правда? Да. Вам грустно? Я не знаю. Можно вам задать один вопрос? Можно. Один мой друг, тоже принц, тоже довольно смелый и решительный, тоже встретил на балу девушку, которая ему так понравилась, что он совершенно растерялся. Что бы ему посоветовали сделать? А может быть... Может быть, принцу только показалось, что эта девушка ему так понравилась. Нет. Он твердо знает, что ничего подобного с ним до сих пор не было и никогда не будет. Мы как сон или видение. Вдруг неловко прикоснусь, вдруг забудусь на мгновенье и в отчаянии проснусь. Вдруг забудусь на мгновенье и в отчаянии проснусь. Слова ни слезами вас не трону, ангел мой, но надеюсь, сами вы поймете, что со мной, но надеюсь, сами вы поймете, что со мной. Добрая, таинственная гостья, милая, добрая, таинственная гостья. Ваше время истекло, ваше время истекло. Кончайте разговор, кончайте разговор. Вернулись из волшебной страны? Не знаю. По-моему, еще нет. А вы как думаете? И я тоже так думаю. Позвольте пригласить вас на следующий танец, о прелестная барышня. Простите, маркиз, но наша гостья уже приглашена мной. Сегодня мне так весело, что я танцую, а мне хочется танцевать все больше и больше. Волшебная страна! Как
Какой успех я там имел! Какие там парикмахерские! Какие там духи! Благодарю! Вино, которое мы пили с вами в волшебном кабачке, из волшебного бокала, было сказочно прекрасно. Попробуйте угадать, о чем я сейчас думаю. Вы думаете о том, как хорошо было поесть мороженого? Мне очень стыдно, принц, но вы угадали. Час и 15 минут времени у меня. Час. Дорогая Золушка, я должен передать вам очень грустное известие. Грустное? Не огорчайтесь, но король приказал перевести все дворцовые часы на час назад. Как? Но он хотел, чтобы гостя было. Потанцевали побольше. Значит, у меня почти совсем не осталось времени. Почти совсем. Умоляю вас, не огорчайтесь. Я не волшебник. Я еще только учусь. Но мне кажется, что все еще может кончиться очень хорошо. Лучшее мороженое на всем белом свете. Сам выбирал его. Что с вами? Спасибо вам, дорогой принц. Спасибо вам за все. И за то, что вы такой заботливый, за то, что вы такой вежливый, ласковый, добрый. Лучше вас я никого не встречала на свете. Почему вы говорите со мной так печально? Потому что мне пора уходить. Нет, я не могу вас отпустить. Честное слово, не могу, нет. Нет, я все обдумал. Я после мороженого вам бы прямо сказал, что я люблю вас. Боже мой, что я говорю? Не уходите. Нельзя. Останьтесь. Нельзя. Ну, я, правда, не такой смешной, как это вам кажется. Все потому, что очень вы мне нравитесь. Ведь за это сердиться на человека нехорошо. Останьтесь. Ну, простите меня. Я люблю вас. Thank you.
Мальчик-то как разрезвился. Дорогая Золушка, я, чтобы хоть немножко развеселить вас, захватила этот рубиновый стаканчик с мороженым. Попробуйте, утешьте меня. А стаканчик я потом верну во дворец. Спасибо. Хочешь? Мальчик, ты заболел? Я так и знал. Ну, я совершенно здоров, государь. Ай-яй-яй-яй-яй. Как нехорошо обманывать старших. 40 порций мороженого? Ты объелся? Фу, какой стыд! 40 порций! 6 лет ты не позволял себе подобных излишеств. Ты отморозил себе живот. Я не трогал мороженого, папа. Как не трогал? Верно, не трогал. Тогда что же с тобой? Я влюбился, папа. О, да, да. Я влюбился в нашу простую, добрую, таинственную гостью. Но она убежала. Так быстро, что вот эта хрустальная туфелька соскользнула с ее ноги и осталась на ступеньках лестницы. Влюбился? Влюбился? Ухожу! Черт! Дьявол! Монастырь, живите сами, как знаете. Почему мне до сих пор не доложили, что ты уже вырос? Папа, я уже тебе спел об этом целую песенку. Разве? Да. Ну, хорошо. Так и быть, я останусь. Мальчик-то влюбился. Вот счастье-то какое! Это не счастье. Ерунда. Она не любит меня. Пустяки, любит. Она поэтому не осталась ужинать. Идем скорее, скорее. Нет, папа. Я обиделся. Ну тогда я сам разыщу ее. Алло! Алло! Привратники сказочного королевства! Вы меня слышите? Мы слушаем, ваше величество! Не выезжала ли из ворот нашего королевства девушка в одной туфельке? Сколько туфелек на ней было? Одна! Одна! Блондинка! Брюнетка! Блондинка! Блондинка! А сколько ей лет? Примерно 16. Хорошенькая?
Очень! Ага, понимаем! Да. Нет, не выезжала! Не выезжала! Да. И никто не выезжал! Так зачем же вы так подробно меня расспрашивали, болваны? Из интереса, ваше величество! Из интереса! Дураки! Никого не выпускать, поняли? Запереть ворота, поняли? Солдат, знаете ли вы, что такое любовь? Мой единственный сын и наследник влюбился. И влюбился серьезно. И вот понимаете, какая штука получается? Только он поговорил с девушкой серьезно, как она сбежала. Это было... Не перебивайте меня. Что ж теперь делать? Мы будем ездить с министром взад и вперед по стране и смотреть в подзорные трубы. А вы будете искать невесту при помощи вот этой хрустальной туфельки. Та девушка, которой хрустальная туфелька будет как раз в пору, и есть невеста принца. Понятно? Понятно. А сейчас идите в мои сокровищницы. Там вам дадут по паре семимильных сапог для скорости. И чтобы к вечеру невеста была найдена. Шагом, арч! Простите наше невежество. Известно, что являться без сапог перед дамами неприлично, но только, сударыня, извините, они семимильные. Я это вижу. Капрал, а зачем вы их надели? А, чтобы поймать невесту принца, сударыня. С этими семимильными сапогами мы просто извелись. Они черти проносят нас бог знает куда, мимо цели. Вы не поверите, сударыня, мимо какого количества девушек мы проскочили с разгона. И еще большее количество напугали до полусмерти. Позвольте примерить туфельку вашим дочь. Пожалуйста, пожалуйста. А как, какой номер? Не могу знать. Но только та, кому эта туфелька как раз, та и есть невеста принца. Туфелька как раз по ноге одной из моих дочек. Зовите короля. Капрал, зовите короля. Уверяю вас, туфелька как раз по ноге одной из моих дочек. Я вам буду очень благодарна. Ну, вы понимаете меня? Озолочу. За это спасибо, но как же без примерки? Два бочонка вина. Нет, без примерки не могу. Приказ есть приказ. Анна, Марьяна! Марьяна, подожди сюда. Подожми большой палец. Ну. Подожми пятку. Пятку. Ой. Нет. У вас нет других размеров? Никак нет, сударыня. Что нам делать теперь? Золушка! У нее золотые руки, она все может. Золушка! 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 Золушка, Золушка. Да, матушка? Ну, мы иногда ссорились с тобой, но ты не должна на меня за это сердиться. Я всегда желала тебе добра. Отплати ты мне добром. Ты все можешь. У тебя золотые ручки, золотые ручки.
Матушка. Золушка, надень эту туфельку. Мне? Анне. Если туфелька придется ей по ноге, принц женится на ней. Матушка, ну я не могу. Ну, Золушка, я прошу тебя, ну, крошка моя дорогая, любимая моя дочка. Но я не могу. Ну, Золушка, ну помоги Анне. Ну, помоги Анне. Ни за что. Иди попрощайся с отцом. Я выживу его из его собственного дома. Матушка. Ты знаешь мои связи? Он умрет на плаще, в тюрьме, в яме. Ну, не надо. Эй, муженек! Матушка! Хорошо. Я попробую. Поздравляю тебя, Анна! Ваше королевское высочество. Ну, теперь они у меня попляшут во дворце. Я у них заведу свои порядки. Марьяна, не реви. Король-вдовец, я и тебя пристрою. Жалко, королевства маловато, разгуляться мне негде. Ничего, я поссорюсь с соседями, это я умею. Солдаты, во дворец, босиком за королевской тещей, шагом марш! Ура! Моею добротою,
Я испугал тебя, дитя мое. Ты не бойся. Я не разбойник, я не злой человек. Я просто несчастный принц. Я с самого рассвета брожу по лесу. Не могу найти места с горя. Ты не знаешь, кто здесь пел сейчас в лесу? Где-то недалеко. Ты никого не встретила. И так грустно, как никогда в жизни. Мне нужно. Непременно нужно найти одну девушку и спросить ее, за что она так обидела меня. Я не вижу тебя, но мне почему-то думают, что ты девушка добрая. Помоги мне. Помоги мне. Стойте! 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 Я не знаю. Я, может быть, сошел с ума. Это не вы пели сейчас здесь, в лесу. И что-то очень знакомое в том, как вы покачали головой. И эти золотые волосы. Покажите мне ваше лицо. Где вы? Где вы? Где вы? Откликнитесь! Откликнитесь! Если злой волшебник околдовал вас, я убью его! Если вы бедный, незнатная девушка, я только обрадуюсь этому. Принцесса взяла маки. Если вы не любите меня, я совершу множество подвигов и понравлюсь вам, наконец. Откликнитесь. Скажите что-нибудь. Где вы? Где вы? Откликнитесь. Где вы? Где она, моя дорогая? Где она, моя дочка? Вот она, ваше величество, дорогой мой зятек. Ну, вот еще глупости какие. Как это глупости какие? Взгляните на ее ножку, государь. А зачем мне смотреть на ножку, когда я и по лицу вижу, что это не она? Но ведь туфелька пришлась ей по ноге. Но все равно не она. Нет, слово короля золотое, слово хрустальный башмачок пришелся ей по ноге. По ноге, следовательно, она и есть невеста принца. Вы сами так сказали солдатам. Верно, солдаты. Ага, молчат? Нет. Дельце обделано, дорогой зятек. Черт возьми, какая получается неприятность. Что же теперь делать, маркиз? Танцевать, конечно. Красавица, вы прихрамываете, красавица. Эда, туфелька-то убежала от вас, красавица. Но она вам невозможно мала. Какой чудодей ухитрился обуть вас. И вам она мала, барышня. Это ничего не значит. Неизвестная красавица тоже вчера потеряла эту туфельку во дворце. Но неизвестной красавице туфелька была чуть-чуть великовата.
интриган. Я буду жаловаться королю. Я буду жаловаться на короля. Я буду... Ваше Величество, он... Ну, ничего, сударыня, не расстраивайтесь. Быть может, у вас найдется, сударыня, еще одна дочка? Найдется. Прошу не хихикать. Кто это девушка, лесничий? А это моя родная дочка Золушка, государь. Она такая же добрая, как и я. Она из любви к отцу помогла Анне надеть туфельку. А я ничего не знал. И вдруг гляжу, она сидит в саду и горько плачет. Взгляните, из-за чего. Вторая! Иоанна! Иоанна! Господинка! Иоанна! 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 Принц! Принц! Где принц? Какое сказочное свинство! Я не могу больше оставаться в этом королевстве! Ах ты, змея! Крошки мои, за мной! А еще корону надел. Где же принц? Его высочество, чтобы развеять грусть, тоску, изволили бежать за 3-9 земель в 11 часов по дворцовому времени. Боже мой, это я виновата. Но почему я не сказала принцу все в лесу? Теперь из-за меня погибнут все. Принц, я, король и все королевство. Принц, милый принц, где же ты? Он здесь. А, сынок! Сынок! Я не волшебник, я только учусь. Но дружба помогает нам делать настоящие чудеса. Молодец, мальчик. Ставлю тебе за это отлично. Переоденься, Золушка. Скоро твоя свадьба. Венчаться! Золушка так и не сказала, любит ли она меня. Не люблю признаться, когда людям мешают выяснять отношения. Друзья, мы и добрались до полного счастья. Все счастливы, кроме старухи-лесничихи. Ну, она, знаете ли, сама виновата. Связи с связями, но надо же в конце концов и совесть иметь. Когда-нибудь спросят, а что вы, собственно говоря, можете предъявить? И никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу большой и сердце справедливо. И мальчик Паш тоже доберется до своего счастья. У принца родится дочь, вылитая Золушка. И мальчик Паш в свое время влюбится в нее
И я с удовольствием выдам за мальчугана свою внучку. Обожаю удивительные свойства его души. Верность, благородство, умение любить. Обожаю. Обожаю эти волшебные чувства, которым никогда, никогда не придет конец.